Автоматизированная информационная система, ситуационный центр. В данной системе отображены те основные показатели, которые используются в деятельности таможенной службы. Эта новая автоматизированная система начала работать с августа прошлого года. За это время она была обновлена несколько раз. Теперь сотрудники таможенной службы могут следить за процессом работы на пунктах пропуска, не выходя из кабинета. Здесь отображена информация о 8 автомобильных, 2 авиа и 4 железнодорожных пунктах. Здесь мы наблюдаем, если обратите внимание на время, то ситуация абсолютно аналогично, в 10 часов 46 минут ситуация на терминале БТС. Помимо этого, система также позволяет нам вести автоучет транспортных средств. Недавно был внедрен модуль использования умных камер с функцией распознавания номеров, который нам позволяет фиксировать факт въезда-выезда транспортных средств и в автоматическом режиме вести учет количества транспорта. В автоматизированной системе функционируют 3 модуля. Один из них – это интерактивная карта, где выведены указатели таможенных органов, пунктов пропуска по видам транспорта. А модуль «Автоучет автотранспортных средств» выводит видеоизображение с камер распознавания в режиме онлайн. Все это позволяет вести непрерывный мониторинг и получать информацию со всех пунктов пропуска республики. Ключевые решения будут приниматься автоматической системой. Это минимизирует человеческий фактор при принятии решений. В этих целях в структуре таможенной службы создано новое подразделение, которое состоит из 27 разработчиков и программистов. И на сегодняшний день уже начаты работы по разработке новой информационной системы, внедряются новые механизмы фиксации и контроля перемещения транспортных средств и закладываются основы для перехода на полностью безбумажную технологию. В третьем модуле автоматизированной системы отображены данные из портала «Ситуационный центр». Свободный доступ к ним позволяет гражданам увидеть информацию о поступлениях таможенных платежей, об объеме внешнеторгового оборота с третьими странами и многие другие сведения. Кундуз Кадатаева, Чингиз Джумагулов, Алатау 24.